Итак, вторая часть нашего видео про цветомузыку. Так, лента за занавеской тоже очень красиво смотрится. Крепить ее можно. Крепить ее можно прямо в карниз занавески. Это турецкий карниз. Также крепить ленту можно в кабель-канал 12 на 12. Тогда она будет ровненько выставлена у вас по всему периметру. Крепить можно как нижнюю часть. Если надо, даже можно залить это все дело силиконом. Также можно верхнюю часть приклеивать на акрил и просовывать ленту. Тогда у вас будет тоненький конь. Ну и тоже можно это делать силикон. Ну и вот обещанное видео про синхронность. Сделали мы эту звезду. Конечно, выглядит круто. Где-то на потолке какого-то заведения. Увеселительного. Будет смотреться. И все провода соединяем параллельно. У нас получилось 8, 9, 10 красных все вместе в одну кучку, 10 белых проводов в другую кучку и 9 зеленых сигналов. Вот третья связка.
конечно, самое главное. Контроллер, сколько я их искал. Вот это. Вот это. Они все контроллеры просто для ленты идут. Не музыкальные. Это не то. Вот этот контроллер, единственный, который сейчас есть, нормальный цветом музыки. Купить его можно ниже по ссылке. Ну или в других местах, я не знаю. Итак, где можно купить ленту? На eBay, AliExpress, Amazon. Там, где вы привыкли покупать, она есть везде. Набираем. Можно указать, что это лента. Красная цена ленты $4, $4.20, $4.30 на момент написания видео. Так, это все аукционы. Вот пошла лента. Если вы дружите с паяльником, вот такой вариант будет идеальный. 3,50 за метр, ну черный цвет подложки. Продается по метру. Но паяется без проблем. Вот. Так, ищем пиксели. Показываем, что если кому нравится пиксель. Вот, давайте лучшее предложение выберем. И что мы видим? Ага. Вот оно. $12 за 50 штук. Миллиметровые. Пять вольт здесь, конечно, наш. Продавец, видно, что перекупщик, потому что они должны работать на 12 вольт. Ищем трансформатор. Ну и вот так я и покупал полгода назад. Выбирайте себе все, что вам нужно, и это или у другого продавца. Итак, какие еще есть режимы? Режим Wave Mode, который включает в себе перелив цвета. Режим стробоскопа. Режим бегающих пикселей. Еще один стробоскоп. Режим волны цвета. Также режим Light Mode. Это режим превращает
обычную RGB ленту. Выбираете себе цвет подсветку. Синий, красный, зеленый, фиолетовый. Соответственно. Давайте я вам покажу на 11 пикселях, как это работает. Принцип тот же. Питание поступает, питание выходит. Сейчас мы возьмем питание через наш контроллер. Конечно, так делать не хорошо, но для демонстрации, я думаю, пойдет. Всегда берите питание, здесь какая бы у вас нагрузка ни была, от трансформатора. Сейчас смотрим. Итак, подключаем. Выход контроллера вот наши ленты плюс минус и сигнал нельзя. Так, ну, коробки показать не хватит. И вот наши обменники. Да, мы выставили на метр, я забыл поставить. Здесь их больше. Если на 30 пикселей мы выставили, здесь их 50. Продаются они, кстати, вот по 50 штук. Можно даже елочку украсить. Можно, я говорил вам, в рекламных целях. Да, можно елку украсить. Елку мы украшали, так... красиво. У нас так раз есть елочка, да? Ну что, если у вас какие-то вопросы, конечно, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Здесь будут впоследствии, я думаю, будет много интересных видео. Потому что Язя у нас непоседливая девочка. И постоянно нас что-то заставляет делать. О чем мы будем вам рассказывать. Пока. Всем пока.